В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения и пройти вакцинацию. По словам специалистов, не стоит отказываться от прививки по религиозным причинам. Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. Главное, чтобы решение вакцинироваться было добровольным. С православной точки зрения нету никаких запретов на то, чтобы человек шел и получал медицинскую помощь, в том числе и вакцинацию. Поэтому, если христианин считает, что он должен защитить себя и своих близких, и тех людей, с которыми он находится в контакте, от вирусов, то, конечно, ему нужно идти и делать вакцинацию. При патриархии у нас есть даже целый отдел, который такой, занимается популяризацией вакцинации среди населения.